Зациркулировать, вот, вот, ходят рассказы о том, что ПЦР-тест плохой. Но как минимум говорят о том, что он не указывает на то, что ты заразен. Да, и это правда, так как он показывает только на то, что у тебя присутствует вирусная РНК. Это то, что делает этот тест. Крысы бегут с корабля, и это может означать только то, что корабль тонет. Только что в этом фрагменте мы видели Марион Копман, и я не хочу ее называть крысой, так как я с уважением отношусь к людям. Но это значит, что что-то происходит. И в действительности, то, что она сказала, это что ПЦР не является диагностическим средством для измерения заражения. И это важно. За прошедшие месяцы собралось много информации о ПЦР-тестах и о вирусе. Мы обсудим это с Марио Ортиз-Бойзе, биохимик, которого я уже пробовал на зуб в Вельчмерц-кафе, и с журналистом-расследователем Патриком Савал. Возможно, мы находимся на пороге переломного момента по отношению к ПЦР-тесту. Возможно, это приведет к тому, что все меры, принятые в связи с короной, будут отменены, и мы вернемся к нашей старой нормальной жизни.